Такс. 12 ноября 2019 год. Харьков. Пятая попытка снять полнолуние в отсутствие облаков и сумасшедшего соседа, притаившегося где-то рядышком с перфоратором. 19.09 по Киеву, надеюсь, он угомонился наконец-то. Красавица луна. Да, быстро перемещается. Это увеличение 83 крат, а сейчас еще есть 125 крат уже оптику выпустили. Со 125-кратным увеличением. Может, приобрету ее по случаю. Если других приоритетов не будет. О, Аристарх как раз. Кратер Аристарх в левом углу. Верхнем сбежал. Ветер на балкон задувает и шатает камеру. Ладно. Красавица. Да, красавицы могут быть полными. В случае с луной. Над своим ходом выползает луна за пределы экрана. Нет абсолютной чистоты неба, но все равно очень неплохо. Пару часов назад сплошная облачность была. Первые дубли я делал, пытаясь вклиниться в просветы между облаков. Да ты посмотри, неугомонный, а? Какой-то блуждающий. А вон абсолютно идеально круглый кратер. Платон. Убежал, да? Платон убежал. Ладненько. Не удалось обойтись без перфоратора. Ну и на том спасибо, чтобы заблокировать.